составе компании «Агробелогорье» около 50 сельскохозяйственных предприятий. Ежегодно производится только свинина в живом весе 150 тысяч тонн. В производстве используются самые передовые технологии линии нового поколения. Вся линия производства продукции от самого начала, от выращивания свинины и до переработки, до транспортировки, до реализации. Вся эта цепочка у нас под неусыпным контролем. Все качество контролируется на каждом этапе, и поэтому мы можем гарантировать отличное качество нашей продукции. Теперь белгородская продукция доступна и сочинцам. В эти дни с ней активно знакомятся на выставке в новом выставочном центре Умурвокзала. Посетителей много, они дегустируют и покупают. Во-первых, все-таки чувствуется натуральный продукт. В первую очередь это натуральный продукт. Как бы основное вот отличие. Мне вкус понравился, натуральный. Поэтому и приобрели. Там три вида было, но мне больше понравился русский. Вся продукция изготавливается из натурального сырья в процессе высокотехнологичного производства. Большой интерес у покупателей сегодня вызвали мясные полуфабрикаты. В специальных упаковках охлажденное мясо сохраняет все полезные свойства. Мясо производится под различными брендами. Это, допустим, мясо охлажденное, дальние дали, которое, в общем, никогда не было в заморозке. Аналогичный замороженный продукт – это мясо-ломтики, бренд, который называется, замороженная продукция. Сейчас, вот, допустим, в Краснодарском крае уже открыто 3 наших магазина. «Агробелогорье» работает на российском рынке 7 лет и в дальнейшем планирует только расширяться. В Сочи группа компаний ищет новых клиентов. Офис находится по адресу Адлер, Костелло 30А или по телефону 2-96-87-81. Либо до 31 мая можно посетить выставку «Экспо Фуд». Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».